Строфу прочитаю. Кто-то уже, наверное, читал, да, мною сочиненную про учителя размером васанта тилака. Ачарья чару чарана двоямам нипатья тасьяйва нитра камаларана там нирикшья Вани дханир мадхуратам самавапья шантьям парангирам прачаратат прачарата чаракупи бхавам. Припав к чудесным стопам своего наставника, взглянув в бездну лотосов его глаз и вняв в безмолвии сладости звуков его голоса, ученик-странник переживает состояние, выходящее за пределы любых слов. С этими словами, чтобы вы не забывали вашего внутреннего наставника, вашего внутреннего гуру почитать, кто бы он у вас ни был, пусть даже просто атман. Благодарю за сегодняшний урок, за внимание, за интерес. И желаю еще раз, с праздником поздравляю. Да, либо там с днем. Спасибо. И с днем матери также, да, матерей из вас. И увидимся, надеюсь, что в следующую неделю. На следующую неделю. Всего доброго. Спасибо. 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 Спасибо большое. Спасибо. До свидания.